Ура! Я прокачал ядерку! Заказать? Не уходит. Чебурашка, добрый вечер. Ассаляму алейкум, амалейкум по соплям, чебурашки. Так, ладно, поехали. Заставка стрима мне нравится. Вот то, только надо было написать там 12:25. И мы идем разбираться, что творится в War Thunder. Не. Типа такой байт агрессия, да? Ну, Кирилл, тебе добрый вечер. Ожидание говорит 9:00, день 39. А ожидание Матвея где? А, ты вроде дождался. Так, к чату мы вернемся, но чуть попозже. Впереди нас ждет битва титанов. Блин, как же красиво они и криво едут. Блин, ну серьезно. Ну отъедь, ну там же штанг выехал, дай выстрелить в него. Выстрелил, проверяю. Ну хотя бы на движке, да? А где тот делся, которому я движок сломал? Повезло, слушайте, повезло. Прям куда-то я разогнался. Ой-ой-ой. Выезжает. Блин, оно едет сюда. А вы на метку не смотрите, да? Понимаю. Это танк? Да, слушайте. И что-то справа там стреляло, да? Интересно, вы разобрались с ней или нет? Видимо, нет. Раз метки пошли, значит нет. А где он там? Понял, не видно. Жалко. На самом деле, вот так ехать, наверное, не стоит мне. Это я зря. Ого! А чё с реакцией? А чё с реакцией, мужик? Ладно. А это, видимо, накрутка сегодня за все два предыдущих стрима, да? Когда я на ИСе втором... Прям, хотел бы сказать, божил, но наоборот. Обратный бог был. А мне показалось, да? Неплохо.
Неплохо зашли. Ого. Оттуда кто-то стреляет, но я не вижу кто. Блин, там все в дыма. Все в молоке. Не видно нифига. А можно отсюда типа тебе пострелять? Видимо, нельзя. А как быть тогда? А, во-во, он туда едет. Нашел. Блин, прям бой как по заказу. Такие бои не часто, но они бывают. А где он там? Блин. Как так? Куда я попал? Ого. А я думал, самолет сюда будет. Ну ладно. А, вот еще один едет. Ё-моё. Ждем. Блин, плохо. Я не знал, что там можно его прострелить будет. Ой-ой. А можно по нему выстрелить, да? Ну ладно, хотя бы так. Блин, плохо. Блин, еще хуже. До свидания, брат. Прям божу. Привет. Прям божу. Не может такого быть. 11-0. У меня было 9-0, по-моему, максимум я говорил. Ну, в смысле, с одним танком. А тут прям 11. О, удача закончилась. Жалко. Блин, ну рано или поздно меня тут раскусят. Что это такое вообще? А, это пантера какая-то. Блин, что такое длинное КД? Только командир, серьезно. Да блин. А где мои все? Почему мои дохнут все? Где они дохнут? Я тут резв держу. Они дохнут. За что? Впервые бой нормальный, а они вон чего вытворяют. А куда они поехали? Стой. Куда-то ж разъехались. Там такое упущение было. Это вроде труп. Точнее, там столько было сейчас танков, мог бы настрелять, но увы. Пошло не так, как хотелось бы. О, тихо. 12-й. Идем, хотел сказать, идем на рекорд, но и так рекорд. Приказ, серия побед. Блин, было бы это раньше. Я вообще бы столько заработал. Эх, все-таки повержен. Нашли меня. Ну, все равно нормально, неплохо. А подожди, это ядерка или нет? Кто знает. О, кстати, первая ядерка в жизни. Первая моя ядерка, пацаны. Долетим, нет? Ого.
А как вообще это? Что делать? А чё я двигаться не могу ей? А куда надо сбросить, кстати? Непонятно. Надо, наверное, шасси открыть. Ну, этот, люк. Первая моя бомба. Первая, ребята. Больше таких не будет. Это первая, единственная моя ядерка. Сейчас А чё у меня самолет вниз не опускается? Типа ниже нельзя или чего? Или это нужно... Подожди, а чё за... Я мышкой не управляю, а только управляется этим? Чё за бред? Ну я сбросил, я так понимаю. А, вот... Так подожди, а почему управляется только кнопками, а? Первая ядерка, господа! Кто был на этом стриме, тот больше другого не увидит. Вот такие вот, ребята, дела. Я забыл про ядерки. А у меня час сломался. Блин. Я уже, наверное, не найду, где там я читал. Может, и найду. Подписывайся, ставь лайк, если понравилось. Если не понравилось, приходи на стримы. Там поиграем. Всем пока.